Ладно, Синемир. Альвия. Где-где? Я и Цуне. Есть помощник. Здравствуй, новичок. Я здесь, чтобы объяснить. Вопросы есть? Да. Почему ты проигнорила мой первый вопрос? Отведи первое задание. Пошли. Пошли, пошли. Я брат. Столько винограда хорошего поспела, столько вина, никого нету. Все это эльфа с их немели. Можно вокальные мемы. Здесь не тем пахнет. Хочешь это? Только глупец не поймет вкус этого тонкого пива. А я глупец. А кто еще? Я полвека варил лучшее померенское медовое пиво. Только настоящий гном не поймет вкус этого конской мочи. Что ты сказал? Эй, не стоит драться, это всего лишь алкоголь. Собери свои слова обратно! Хватит с вас! Не ври! У меня есть для тебя квест. Там рядом есть эльфийская таверна. Пойди посмотри, что там. За это я тебе дам свое лучшее пиво. Пиво мне твое не надо. А вот, блин, как там же говорили? Настой? Да нет, вроде. Может, это вот? Как она там называется? Умно настоять? Нет, все-таки настойки. Вроде пивовара, не знаешь таких простых слов. Ну что, возьмешься? Ну ладно, попробуем. Я тебя буду ждать здесь. Может, на что-то поиграем? Если я выиграю, я у тебя заберу одежду. А может, и меч? Только... Ну, поскольку ты новичок, у меня есть хорошее предложение для тебя. Что именно? Ну, сейчас покажу. Ничего интересного. Домой хочу. Это что? Я новичок. Я же сказала, что ты новичок. Ну давай сыграем. Уверена, она тебе пригодится. Так что это? Цуна, ты как начинающий наш. Объясни. Похоже на кровь и мочу. Да ладно, да ладно, я уже поняла. Это Хепе и мама. Молодец. Ну что, сыграем? Давай. That's fun. Ой, мама. Моя. Ну что ж, тогда я поставлю интересное. Он у тебя такой большой. Я тогда тоже. Забирай свой хэп и отдай мой меч. Хэп я ставлю тебе, но свой меч я заберу. Что это за квест? Это квест был твой на эльфийский ихнюю таверну. Так это ж
женский клуб? Да, это гей-клуб! Чуть сзади. И сделали их ним. Ну ничего. Нет, слава, их ним. Я сейчас вернусь. Больше бы ее не держи свои вещи. Как ты это достала? Ну я же профи. Профи. Одевайся, не стой. Ну ладно. В общем, я вспомнила. Мне тут один богатый мужичок квест подкинул. Нагадывают деньги, дорогой лут редкий и принцесса в придачу. Возьметесь? Что такое редкий лут? Что? Ну все, я поняла, что такое редкий лут. Уйдите. А куда она ушла? Я что-то не понял. Для тебя это, между прочим, очень хороший командный опыт. Хоть поймешь что-то. Ну не хочу я домой хочу! А ты пока не пройдешь игру, ты никуда не уйдешь. Тебе нет вариантов. Ну ладно. Калились они, долго шли, долго путешествовали по миру, сражались с боссами. И вот, наконец, нашли принцессу, сразились с главным боссом и возвращаются обратно. У меня здесь редкий лук выпал. Знаешь, что это? Даже не знаю, надо посмотреть. Пошли глянь. Хватит на меня слюни пускать. У тебя и так слишком маленький. Вообще-то она девушка. Я про уровень. Я в тебя влюбилась. Еще когда увидела в башне. Но как же ты можешь в меня влюбиться? Я же девушка. Мне все равно, что ты девушка. Я люблю тебя. Кто-нибудь? Она ко мне пристает, говорит, что любит. Я ее боюсь. Что происходит? Не уходи от меня. Пожалуйста, я тебя люблю. Да, однако. Давайте поедим. Я так поняла, этот редкий лук надо заваривать. Но поскольку нет горящей воды, а вот так. Дарьем магии.